Национальные проекты России, проект здравоохранения. Модернизация первичного звена здравоохранения. Транспорт. Региональная программа стартовала 1 января 2021 года. В рамках программы строят дополнительные медицинские объекты, закупают новое медицинское оборудование и транспорт. Цель – обеспечение населения качественной и современной медицинской помощью. Программа реализуется в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Участники – 17 медицинских организаций, городов и районов Коми. С 2021 по 2025 годы в Республику Коми будет поставлено 275 единиц автомобильного транспорта. Уже в первый год реализации программы наши больницы получили 119 новых автомобилей. В 2022 году будет закуплено 72 автомобиля марки УАЗ. Общая стоимость передаваемой техники более 86 миллионов рублей. Санитарные автомобили будут доставлять пациентов на обследование, возить мобильные бригады медиков, в том числе к ковидным пациентам. Также транспорт поможет доставлять лекарственные препараты, перевозить биоматериалы для ПЦР-анализов. Автомобили будут распределены во все районные больницы Республики Коми. Национальные проекты России – только факты.